Всем хай, котятки! Сегодня мы поиграем в первую часть игры Эвильнесса. Совсем недавно я купил себе дом за городом. Стоил он совсем недорого. До этого момента я не оставался здесь на ночь, пока моя сестра не рассказала мне, как ужасно она провела здесь ночь и еле выбралась из этого дома ужасов. Сейчас я здесь, чтобы выяснить, что же в нем не так. Так, давайте осмотримся, что тут есть. Ну, для начала, мне кажется, надо пойти прямо... Не знаю. Короче, пойду прямо, посмотрю, что там. Тут какой-то домик. Пока что игра вообще стрёмная, не кажется. Попробуем войти. Что тут? Странно с обратной стороны замка воткнуть ключ. Возьмите заднего выхода и вытащить его. Окей, идем. Идем. Долго нам еще идти? О, вот дверь. Кстати, странно, что она не посередине, а сбоку. Ладно, войдем. Закрываем. Блин, что за фигня? А, все, нормально. Короче, я подумала, что меня там закрыло это грязь. Давайте посмотрим, что в этой комнатке. О, кстати, остановочка прикольненькая. Прикольный, уютный дом деревянный. Классно. Я бы тут хотела жить. Что за... А, ладно, надо подняться по лестнице. Хотя я не очень тут хочу жить, потому что... То, что тут живет дух злой. Нафиг мне тут жить, блин. Так, ключи достаем. Достали. Отлично, теперь можно подняться на второй этаж. Окей, сейчас поднимемся. Идем. Поднимаемся. Блин, что тут за лестница фиговая? Блин, тут если будет жить ребенок, он свалится. Перил вообще нет. Пока что вообще нифига не страшно. Так, куда пойти? Сюда. Откроем дверьку. Обычная комната. И что тут? О, ключик, отлично. Так. Надо звук. Кто это? Это доносится из соседней комнаты. Ну ладно, сейчас пойду посмотрю, кто это. Эй, кто тут рыдает? Выходи. Выходи, сказала. Я сказала, выходи. Так, прочитать записку. Обернись, я сзади. Блин, ладно, сейчас. Блин, ну что за фига? Что он нас обманул? Не, нормально сказал, что сзади. Ага, конечно, и где же? Капец. Нас обманули, как всегда, да? Нас все время обманывают. Открываем дверью. Дверью открываем. Так. Куда теперь идти-то? Ладно, попробуем вниз спуститься. Я вообще не понимаю, куда она делась это. Куда она могла деться, люди? Ты где? Блин! Я закрыл глаза, и она пропала. В смысле? Это что было? Я испугалась. Скример, блин. Найди все части моей фотографии, я отпущу тебя. Ладно. Не, нормально, меня тут не предупреждали, что будет скример. Закрыть глаза. А, тут есть кнопка, короче, она закрывает. Так, уже 3 кусочка из 13. Капец. 13 кусков, где я должна взять? Ладно, уже 4. А на нижнем этаже тоже можно искать? Если можно, то было бы круто. Так, что за лаги? О, отлично, 6 частей. Реально прикольный домик такой, нормальненький. Ничего такого страшного нет. Но напугала она меня жестко, да. Я не знала просто, что она так выпрыгнет, я откуда знала. Я всего лишь мирно тут ходила, никого не трогала. И тут, блин, она выскакивает на меня, нормально вообще. 7 частей из 13. Да сдолбало меня, 8 уже. Так. Идем. Тут ничего нет, надеюсь. Если я пропущу, посмотрим, что тут. О, так, еще одна. На столе вроде нифига нет. Конечно. Никогда ничего нигде нет. 9 из 13. Ладно, надо спуститься вниз, посмотреть, что тут есть. Так, здесь что? Это кухня, да, по-моему? Да, это кухня. Что тут есть? 10 частей, отлично.
Может быть, тут еще что-то есть? Так. Блин, у меня что-то немного лагает управление, оно мне вообще не нравится, по-моему, даже в других играх лучше. В Сандарине даже управление как-то поприятнее. Графика. Просто тут как-то мелькает экран, не очень мне это нравится, но ладно. 11 частей из 13. Смотрите, на улице дождь, он долго будет длиться. Я даже не испугалась только что, эту дурочку. 12. Еще одна часть. Где она может быть? Здесь я не пропустила. Если я пропустила, я сейчас вообще сдохну. А вот она точно. Стоп, что я делаю? Ну ладно. Вот она, да. Я нашел все части, нужно отнести их на кухню. Окей, пошли на кухню. Идем, идем, идем. На кухню. Где кухня? Вот она. И что, и куда их класть? О, вот записка какая-то. Прочитать. Ты должен отправиться в обозначенное место на карте и отнести туда. Нормально, ну ладно. Конец первого эпизода? Что? Нормально. Я не понимаю, зачем мне здесь. Нужно смотреть, интересно, куда идет эта тропа за забором. А тебе зафиг это знать, куда она ведет. Ладно. Темно и так. Че, уже вечер, что ли? Блин, я только что входила, был день. Какого фига? Че это? Забор? О, нам надо, походу, прямо, да, идти? Сейчас пойдем прямо. Дерево как настоящее. Чего? Блин, нормально вообще, обманка. А смотри, там что-то есть. О, пойдем сюда. Идем. Блин, как долго мы идем. Слушайте, а че в этой игре такой медленный персонаж вообще? Червяк, блин, какой-то, или черепаха. Улитка, блин. Не знаю, кого назвать, но, блин. Вот этот баг, ты не должен был сюда сходить. А, ну ладно, пошел. Я пошла тогда. Ну ладно. Че за фигня? Ты че, дура, что ли? Игра кончена, главное меню. Окей, ребят, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Не забудьте нажать на маленький колокольчик, чтобы узнать о моих новых видео.